Всем привет! С вами канал Нагатина Лайф, Николай Дергачев, снова из Вишневого сада. Сегодня я здесь по очень, мягко так скажем, неприятному поводу. Дело в том, что местные жители увидели, что что-то происходит с садом не то. Сейчас мы поговорим с одним из местных жителей. Да вот сложилась вообще абсолютно странная ситуация. Ну, то, что месяц назад началось благоустройство, как бы об этом мы уже все говорили. Вот, то, что были визиты там самых разных лиц, да, тот шум, который поднялся. Но вот последнюю неделю начались вообще очень странные вещи. Я руководитель инициативной группы, у нас есть свой рабочий чат. И вот местные жители, ну, особенно те, кто с собаками гуляют, стали присылать вообще вот кадры. Ну, вот, грубо говоря, самый такой вопиющий случай был, это то, что стояло здоровое дерево, ну, там вот на углу, грубо говоря, мимо, около тропинки. И вот у этого здорового дерева кто-то взял и спилил сук. То есть с какой целью это было сделано, тоже непонятно. Вот. Потом дальше пошли, да, выяснилось, да, что несколько вишневых деревьев, да, тоже там попилены и повалены. То есть, соответственно, ну, наши женщины, которые вот эти с собаками гуляют, они пошли уже вот туда вот. Там 14-й дом у нас, там опорный пункт милиции, написали участковому заявление по этому поводу. А дальше больше. Деревья пилят, подключились наши депутаты местные, вот Юрий Каминский, Ольга Поткина. Стали все это выяснять. Следующий, да, какой вот, грубо говоря, не знаю, как это назвать, шаг, да, случился. Пришел жилищник убирать лес, но это было по просьбе депутата Каминского. А вот перед тем, как был жилищник, неизвестные лица с планшетами, с какими-то, с этими, с блокнотами, да, стали проводить инвентаризацию деревьев. То есть, как эти вещи все вместе связать, ну, не знаю, у меня предположения самые, да, как бы нехорошие, потому что вот есть этот проект, по идее, проектировщик даже еще не найден. А как будто к осуществлению этого проекта, да, уже приступили. Вот. И, соответственно, ну, будем пытаться как-то в этой ситуации разбираться, да, уже, наверное, искать людей, да, будем ловить просто тех, да, кто у нас тут вот как бы незаметно от нас работает, да, портит нам лес, да, и готовится вообще что-то здесь делать, да, ну, без нашего ведома, потому что, как бы, простите меня, мы здесь хозяева, да, и не спрашивая нас, здесь, ну, не знаю, да, хотят что-то, да, не знаю, как будто построить уже, да. Ну, вот уже такие подозрения даже появляются. Так, ну вот тут рядом с нами Сергей Курганский, это помощник депутата Никитина из Нагорного района. А Сергей с того момента, как у нас началась вообще вся эта история с благоустройством, нам, ну, спасибо ему оказывает активное содействие. Вот, поэтому сейчас мы тоже попросили, да, как бы, ну, нас сопровождать, да, вот в этом, да, в новом, да, грубо говоря, да, в происходящем, да, событии. Ну вот видите, как получается, активистам района приходится брать на себя не только какие-то вопросы, связанные с законодательным решением того благоустройства, которое планируется, приходится брать на себя еще и патрулирование леса и его физическое спасение. Сегодня первый рейд, давайте посмотрим, что происходит в лесу. Да, вот свежие спилы, их видно, собственно говоря. Ну а вот результат. Не, так вот, пожалуйста, смотри, здоровая была ветка, да, красивая. Тут, там, с нее там ведро вишни можно было собрать, простите меня, да, а сейчас все. Вот кому это надо было? Удивляет другое. Удивляет то, что вот вообще вся эта лесопилка, вот то, что здесь происходит, происходит буквально в 20 метрах от жилых домов. Вот посмотри, жилые дома находятся прям буквально 15-20 метров, и никто не видел,
Никто не слышал, никто не среагировал на тот момент. Это сейчас, да, уже организовались, уже вышли в рейд, и будем в такие рейды выходить с завидной периодичностью. Не допустим, не дадим. Вот еще один интересный момент, кстати, по части нашего вишневого сада. В том году происходила санитарная обрезка деревьев. Причем жители, когда подходили к тем, кто эту обрезку устраивал, да, ну, во многих случаях почему-то не обнаруживали порубочных билетов. И вот вам живой пример, пожалуйста, вот этой обрезки. Даже не обрезки, а как, да, санитарной чистки. Вот эти, да, не знаю, да, как это назвать, санитары, нашли дерево, срубили его. Видимо, оно у них по классификации приходило как больное, нездоровое, не знаю, сгнившее, да. Вот лежит его кусок, из него идут побеги. Вот спрашивается, да, что это была за чистка, которая срубила живые деревья, да, и какая цель у них на самом деле вот на этот сад, да, потому что деревьев в том году было гораздо больше. Ну что, здорово, мы на самом деле хорошо то, что уже организовались, то, что провели этот рейд. В своем рейде, поскольку он идет в темное время суток, мы использовали чудеса техники, вот не побоюсь этого слова. Спасибо Николаю Дергачеву, предоставившему технику, тепловизор, с помощью которого легко можно увидеть злоумышленников прямо вот непосредственно на территории сада. Пусть сегодня мы никого не нашли, пусть сегодня... Мы просто, можно сказать, погуляли вечером на свежем воздухе, опробовали себя, опробовали наши силы, опробовали технику. Самое главное, что такая практика сейчас уже заведена. И теперь... Ну вот и теперь, да, мы будем стараться это делать, да, возможно, ну каждый вечер, каждую ночь, да, потому что я уже говорил с нашими местными жителями, да, ну вот мужчины некоторые откликнулись, я уверен, что... Мы рано или поздно этого человека, конечно, поймаем, потому что нас происходящее не устраивает. Да, это не устраивает местных жителей, и только сами, организовавшись, мы сможем побороться с этой проблемой. И поборемся. Да.